Казана стреляют. Дэну в лоб попадешь, ну? Да. Ты же говоришь, куда мне чуть туда попадать. Смотри. Да. Он на острове сейчас упадет. Воды опять нету, смотри, сколько упало. Вот это все залито было. Ляг, что ли, или коса какая-то намытая. Ну, у меня вертушка идет, и под нет, это нормально заглубляется, просто на миляк когда попадает, она это останавливается. Чё, в смысле зацеп? Ты ратлину любимую, что ли, засадил? Выдернул? Правильно, шнур 0,8 поставил. Конечно, у тебя там в якоре можно прицеплять. Удар был. Интересно. Второй удар за целый день. Все. Да. Да, вот здесь вот. Вот где ты кидаешь сейчас. Вот это, да, здесь бревно вообще лежало.
Нет, здесь коряга лежит. Она вон она коряга, и здесь коряга, Кость. Я не знаю, кидай. У тебя шнур толстый, выдернешь. Чумеляк. Я, по-моему, тоже зацепился за твою эту. Но все, больше нет у меня вертушек. Блять, да, конечно. Они мне и не нравились. Сейчас я ратлины все оторву еще и домой поедем. Да нафиг он мне нужен, толстый, там Кость. Да, кстати, как этот твой якорь? Хорошо держит? А? Якорь как твой это? Нормально. Я его в Коргане видел, да, продается? Не, я его на Валдовище заказывал. Сейчас сорвет. Тонар, по-моему, называется, да? А дорогой он был? Да нет, он там, я не помню, надо посмотреть. Видишь, я же говорю, сорвет. По-моему, 1009. Вот здесь сколько глубина ты это промерял? 5 было, а вон там на углу не мерил? Ну вот я откуда, вот отсюда заехал, по-моему, 5,5. Ну. Здесь вот где-то 5,5. Слушай, ну вроде нормально, не маленький, блядь, экранчик. Здесь надо на этот. Дэн, мы наверх, короче, туда, я где, поеду, где были, потому что здесь тишина. И по эхолоту тут показывает какая-то типа, мелочь какая-то. Давай, я там посмотрим. Ну, да. Здесь тоже 5, да? Здесь еще глубже должно быть. Вот здесь в бездовороте сколько интересно. Вот здесь посмотри глубину. Здесь самая глубина должна быть. 5, короче. 6? Говорю. 5,6. Рыбу не видно? Рыбу не видно, да? Рыбу не видно? Первый. Слышно что? Нихуя не слышу. Дэн, проходи вперед. Между 9 и 10. Между 9 и 10. Какой канал нам? Давай попробуем. 9? Да, слышно. Давай 9 запомни канал. Да. И если что, запасной 8, если кто-нибудь будет. Короче, не знаю. Ратлины, шматлины. Че их хвалят так? Вот второй заброс, второй перехлест. Вот так вот. И он не работает. Первый заброс нормальный. Может, я что-то не умею. О,
О, Дэн на глиссер вышел почти. У нас тут рыбу на полчаса распугали, даже если что-то здесь было. В общем, за сегодняшний день у нас, у меня только было два удара, и все, больше ни у кого, ни у Дениса, ни у Кости. Перебрали все блесна, все, что можно. И ничего. Встретили лодку одну. Они снизу шли, прилично поднялись. За все это время, сколько, два штуки, говорит, поймали. И все. Рыба как будто бы куда-то ушла. Ну и воды опять вон упала. Вода сантиметров 30, наверное, по высоте. Что делают с водой, я вообще не знаю. Все ямки, где раньше ловили, все кидали, все объездили, нету рыбы. Так что это честная рыбалка. Кто там что там пишет, выкладывает, где вы ловите, это я не знаю. Все в тех же местах ловим, лазим, катаемся. Рыбы просто нет. Первый раз мы съездили, 8 штук поймали. С Костей вдвоем когда были. Сегодня вот приехали через неделю. Прошлую неделю мы на охоту ездили. А сегодня решили выехать сюда. В общем, рыбы нет. Куда делась, никто не знает. Может быть, опять слом погоды или что, не знаю. Были морозы, снег выпал. Сегодня тепло. Сегодня у нас до плюс 2. Рыба начала работать, вроде бы лист стал путаться. Костя там что-то шаманит, что ли. Что ты там делаешь? Да, это бузовый, где леска со шнуром соединяет, когда палец соединяет. Время цепляет, перевязал другим узлом.
Че, сейчас нормально? По дну идет, а опять запутался, что-то не понял. Нет. А этот? Слушай, вода прям на глазах вообще уходит, еще сильнее упала. Вот. Рыба это чувствует. Ну, естественно, чувствует. А слышишь, какой это? Мы были когда с тобой, вот это вот все залито же было. А куда выше, Кость, мы там были уже. Смысл кататься. Сейчас тем более... Сейчас по меликам тем более, блин, где-то. Вот где мы здесь вечером ловили. Да мы... Мы стоим тут же, в принципе-то.